там вот фьорд. Пойдем гулять. Какой-то новый район. Кузя недовольна, мы вышли из природы. Тут уже зелени мало, много домов. Все такое модное, новое, красивое. Ага, недостроенное. Ну, я думаю, это все потом преобразуют. Ну, не знаю. Может быть, а может и нет. Ну, сейчас сделаем небольшой кружок, посмотрим. А вот тут какая-то очень странная труба. Не знаю, что это было. Swallow me, put your hands around my neck. In Harlem River I can't breathe, they've got the lights down now. In Harlem River give me wings, put my head up in the clouds. In Harlem River all because, oh I'm nowhere now. Is it true that in my pearl and my diamond shoes I've climbed a cloud, now I've stole the moon, Harlem River. 5 минут по новому райончику. Да и в принципе все. Райончик небольшой. Очень напомнил Копенгаген. Людей нету, новая архитектура, зелени мало. И теперь ищем. Как вернуться домой, пешком или на электричке? Но электричка у нас, как всегда, спетляла прямо из-под носа. Следующую ждать полчаса. Не знаю, сейчас посмотрим. Что, мы будем ждать? Не знаю, не хочу. Не хочешь ждать? Только желание вернуться через зеленку обратно. Ну тогда идем. Правда, я жрать обходя охота. Вот этот... Что очень круто, вдоль всего города проложен такой вот велопешеходный маршрут, который, в принципе, не прерывается нигде, никакими ступеньками, переходами, дорогами. И вот так вот среди зелени можно пересечь практически весь город. Так, в принципе, пешком шли мы. И где-то сейчас, думаю, будем топать так же обратно. Наша электричка поехала. Ну, в принципе, нам до дома осталось совсем немного. Так что, я думаю, мы ничего не потеряли. Но сегодня жарко. Сегодня реально жарко для Норвегии. Я думал, зачем мы шорты берем? Мы их все равно не надели. Мы сейчас наденем. Ну, не знаю. Я надену. Это-то может все закончиться. О, смотри, что едет. Flow light
Не вышло сделать разгрузочный день. Вытащили нас все-таки посмотреть там на мечи, да. На еще там что-то. Короче. А как на еще там что-то? Мечи, домики железного века. Сейчас поедем смотреть росписи. Но на домиках железных викингов была открыта дверца. Я сказала Лизе, заползи туда на разведку. Она тогда заползла и закричала сигнализацию. И мы быстро побежали обратно, потому что копы начали ехать. Короче, домики викингов мы уже посмотрели. И там тоже можно, оказывается, что-то воровать, раз стоит сигнализация. Думаю, этот кусок видео будет просто собран из небольших таких подборочек, поскольку едем мы такие пару незначительных мест, ну незначительных для нас, поскольку чего-то такого особенного тут смотреть нечего, тут надо рассказывать, читать в Гугле, в Википедии, поэтому будет дорога, будет пара красивых мест, да и времени на камере осталось не так уж и много. Завтра улетать. Дорогу снимать нету смысла, тут буквально по километру проезжаем, постоянно останавливаемся. Но благо здесь нашли нормальное парковочное место. По крайней мере, таких здесь много. И я думаю, что все нормально. Что в остальных местах, конечно, жесть. Ну покажи вот это. Мы будем слазить отсюда. Сначала мы будем залазить, а потом мы будем слазить. Наш Сусанин нас завел. Я привел вокруг пальца. Тунге не срута. В переводе звучит как тут не срута. Срута тама. На что я трачу свои драгоценные минуты на карточке? Наша книжечка себе купила. Я буду знать, чем занялся в самолете. Наше путешествие в солнечную Норвегию подошло к концу. Но я могу с уверенностью сказать, что мы оторвали кусочек хорошей погоды в Норвегии. Очень большая редкость для Норвегии, как мы сказали. И теперь со спокойной душой можем ехать на мать. В общем, Норвегия офигенная. Сюда стоит приехать, несмотря на те огромные цены. Да, тут еще стоит, я думаю, мы сюда еще приедем, только Оскольчу. Или какому-нибудь другому в Бадё смотреть северное сияние на мой день рождения. Запросто. Ладно, ставьте лайки, а мы идем на гейт.